А, подожди, а на той квартире зеленый? Зеленый, не знаю. Кошка что считает, как лучше? Не знаю. Я просто хочу подарок кошке сделать, который дочь моей кошки. И купить ей Она ни хрена поилку не оценит. фонтанчик. Ты знаешь, я своей кошке сколько покупал, так. Рома, Что такое? купи еще одну коробку. Да, кстати, я вот с почты приношу ей коробки, она такая счастливая. Ой, мне самому с Англии короба едут без конца. Кошки любят коробки. Да? А когда мне из Германии приехал корпус новый, для нее вообще это был шикарный дом. Я ей поставил эту коробку на бок и прикрыл эти складывающиеся штуки, чтобы, грубо говоря, как Пузика. полуоткрытые ворота были. И вот она прям встала, чтобы целиком загородить собой этот вход, и сидела такая довольная, довольная. Ну что, кто куда Рома, идет? Я на воздухе. мне нужно тебя советом. да? Куда ебашить? Вот сюда. Ага. Авариками. Это и лариками, а чем ты хотел туда? Марсами. Марсами. Ну, ебань туда Марсами. Просто лариками есть вероятность, ты никуда не дотянешься. G6. Не Что? сыкай. Песня была G6. Мне нравится. Нравится. Холосый. Ебанем. А враг по нам не стреляет. Ай-яй-яй. А, укуся. Джон Йобр и Бат... Это эти, что ли? Енотиков будет из енотиков. Самолет. Два пушки. Артиллерии до сих пор нет. А ты что, уже готов? Да, я с самого начала смотрю на их Ой, базу. Black Hawk Down там. Так я ж хуйни не посоветую. Ой. Ой. Еще самолет. У нас слева на одной точке стоит 4 Ты убил ЦВшки. именно УАЗик случайной кассетой. Пам-парам. Я, пацаны. Фриман, Чингиз, сделал что-нибудь с ЦВшками? Они у вас в одной точке у всех. 4 штуки. А Фримен-то при чем? Но потому что ЦВшка не следит. Я рандом не могу приказывать. А чё ЛЦМ-ки так быстро летают? Ну ладно, увезу на Лиму. А, потому что читер. Одного мы так уже забанили. Вот и тебя пора забанить. Ребят, вертораж. Вертораж где? По центру. Жулеты. Мишки были. О боже, там два Ми-8-ых, Что, пацаны. серьезно, Ми-24. что ли? Я сейчас на Срываем все деньги вертолеты практически срочно. скупил. А, нет, ну нормально, кстати, Еще рашек. одну. Зря ты так. Что-то там есть. Транспортные, правда. Кто-то потерял целый джипик Ровер 107. А Чингис с нами? Он же вроде на танках должен быть. Прием, прием, Чингис. Вызываемый абонент вне зоны доступа сети. Пожалуйста, Блин. перезвоните позже. Надо кикать таких людей. Уже второй раз за ним, за 2 дня такое. Ну, может, он пошел делать чай и просто не успел вернуться. Ну а чё это проблема? Наша. Вот именно. А теперь они станут его.
Поставь ЦВшку хоть на центре карты. Я на лиму повез. Ну, у кого не задействовано, естественно. Уй, пойми, что творится. Ну, хотель. На хотеле нет ЦВшки. Хотель. Так, блядь, я подошел. И чё? Да, ничего, все прекрасно. Пиздец. Ну, пойти мы. Там кораблики плывут. Пущай плевут. Стан какой-то набежать. Противокорабельным не готовы жахнуть? Обязательно жахну, но потом. Нет, надо сейчас. Ну, бля. Но потом... Скоп, ты как? Мне еще на один самолетик купил. Ну, надо уже сейчас, они потом под прикрытие уйдут, и хрен ты им что сделаешь. Ну, там эти вот. Сейчас пока мы... вот эту. Ну, я короче, я на эту парочку сбей до 27-ки. 27-ки надо сбить томкетами. У нас их там еще 8 штук. Ну, перезаряжаются томкеты. Вот эту вот пару надо убрать, и все будет у нас в шоколаде. Давай, ты томкеты вылетел. Просто отпугни их хотя бы. Они не пугаются. Надо по ним целиться самолетом, тогда не пугаются. Чё? Блядь, там как... Топ, ну шо ты делал, делаешь? Блядь, а сам ничего не стал, блядь. Ну как... А, пожар. А, умер. Самолет с одной лычкой, две ракеты, два попадания. Ну да, пошел я нахер. Помянем. Причем на момент, когда он меня убил, у него была одна лычка. Так, я пошел на корабли. Вот их слишком до хрена становится. Они сейчас нам будут штурмовать. Ну и чё теперь? Да, блять, опять на них не вылетит. Не, слушай, у них там хорошо все с авиацией. Это два человека всего лишь. Ладно, три. Выебем. Они сейчас нам будут кушать сектор. Надо сейчас вот срочно на все деньги покупать самолет противокорабельный. Куда они на их ХКШМ-ку сунули? Может, пехотная? Ну, умерла бы. Уже к этому моменту. Вот эту вот часть оберегли от противника. Блин, Евгений такой барсук тупой.
У них очень много денег в море, мы должны по земле справиться. У нас тоже, у нас два человека исключительно на море. Так, я скоро буду готов вылететь. Кто со мной, тот герой. Готовы? Я пока героем становиться не собираюсь. Посмертно присвою. Я на правую Люду. Ну, к черту, вот эту правую группировку сейчас можно разобрать. Без потерь. Ну, я вылетел. Ну, Люду я правую хлопну, а дальше уж смотри сам. По жопе. Да, yeah. Людочка. И надо было им отвернуть налево, а? Чудесные самолеты. Хорошо, что никого не сняли. Ну, как бы, в общем-то, у них такими... Таким говном и кончился весь флот. Они сейчас ничего не успеют сделать волнами, это маленькими. Истребители в воздухе. Что такое? Удалятор. А что там стоит? А там куча СЗО. А, так они катаются без конца. Путины, 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 Путины. За Путина. За батьку. Ну, в хорошем смысле, за батьку Путина. Отца народов. Очень много этих. Там не вылетайте пока против. О, фейбау. Ща въебау. Все фейбау. Поебау. Поебау, да. От фейбау. Ну, право, согласен, болеть. Что-то как-то очень плохо. Очень плохо. Ну ладно, зато без потерь. 27К налево идет. Б5 по центру идет. Убираю Люду ближнюю. Я по ней уже тоже ракетами пошел. Тогда не буду по ней херачить. Самолеты над центром. Видимо, он сейчас выйдет. На современного справа захожу. С правой стороны говнораж что-то хочет сделать. Все, практически добил современного. Да еще и ушел живым, обалдеть. Истребители в воздухе, современный вышел. Ой, как жалко, что враг откатился. Прям в центр его построения должны были ударить снаряды. У кого есть возможность, там добивайте дальше современного. Он почти мертвый и не прикрыт ничем. Ничего себе, почти мертвый. Ну, у него там осталась пятая часть, может, хелсов. Ну, его еще бить и бить. Ничего там не бить и бить. Если, конечно, это не какой-нибудь новый, которого я не заметил. Я сейчас перезаряжусь, да грохну его. Я полетел на него. Все, добиваю Джаншу. Ну, по хулиганам можно пострелять. Тридцать первый? Нифига, пацаны. Вот вы могете. Ага.
Так, последние корабли сейчас можете закупить, или что вы там закупаете? Сектор сейчас захватит. Так что закупайте в первую очередь их. Удалого надо грохнуть. Да, радарами. Я смотрю, у нас те еще специалисты. Удалой готовы снять? Нет, я заправляю. По люди дал по жопе. Авиация летит. И мы летим. Там о, десант у нас. База ПВО. Убирайте все это говно. Блять, мне прям в ПВО самолеты, ой, прям в этот, в артиллерию самолеты упали. Так, надо море отбивать. Полетел на удову. Лучше на современного, который по центре. Понял. Ой, блядь, самолетов нахуй. Ну, на земле должен быть сейчас ПВО, все. Я въебал, один фейбал. Я кончил все время. Сразу сколько кораблей снова померло. Нахер пошел, пидор. Блин, буканиры ебут. Я удивлен. Не, топливники на базе ломаю, нахуй. И хуй ломай. Грызи его. Там две люды трутся о жопу Муны. Это нормально? Я на дельте им выбью. Вообще, как да, это называется? Авиация у них временно кончилась. Ребят, скажите, что это за на дельте убью ЦВшку. Да, мы тебя поняли с первого раза. Все, значит, воздуха нет. Правда? Попробую удалить из игры удалого. Подожди, я сейчас тоже тебе помогу его удалить. Буквально 5 секунд. Но я-то удаляю его арты. А, да, тогда ради бога. Мем про удали из игры, это же к 6-му теперь. Блин, тут даже не знаю, кого удалить. Ну тоже, наверное. Но я надеюсь, что ты удалого снимешь. Он вон в контузии, в панике катается сюда теперь. Да это бог с ним, просто я что на него не охочусь. Опа! Чтобы сектор нашим был. А они все везут и везут корабли.
Теперь говнолюдочки к нам идут. Ох, ты смотри, какие милашки. А у нас нету ебалов или типа того? Для заказа у нас ебалов сектора нету. Фокстрот должен быть нашим. Да. Да, есть немного, если честно. 3 хп оставил. Сектор наш. 3 хп. 2 хп. Отчет пошел. Ой-ой-ой, кто-то там вообще пожать его самолетом. Он самолет этот должен был сброситься с 3.5. Но у него отказ радара был, и что-то он не хотел сбрасывать. Есть! G6 удалили из игры современного. Все, пацаны, заказывайте на все бабосы. Don't go high. Тощи. Ты, Роман, по базе лупишь? Нет. Джон, ёбри. Или что там, все лопки, что ли? У них до сих пор дельта без ЦВшки, это как вообще понимать? Ну вот. Ну они заняты за закупкой кораблей. Я им сейчас еще... А, блять, все уже. Не актуальный. Люды зато летают. Да, бог с ним, пусть летают. Еее! Буканиры ебут! Вот у них можно взять две карточки по 4 самолета, и они будут ебуть. Самолеты британские в 60-х, 50-х. Я вижу Мун, это тушенка. Да. Вот здесь вот у нас ФОП что-то сильно контужены. От него надо у покушать. У Люды нету противовоздушного? Противовоздушного? Есть, просто оно хреновое. Походу очень хреновое. Да. Это правда. На той просто такие две ракеты улетели, он еще и, сука, промахнулся, умудрился, мудак. Люду можно штурмовка выносить. Сейчас я им побрал весь лес пропашу. Мои буканиры пока еще перезаряжаются. У нас там хотели отжали практически. Ну это не серьезно. Там Ми-26 садится. Рома, мои G6, мои G6 говорят, нет, не садится. Вообще наглость, вы прикиньте. Наконец-то они поняли, что у них кончился флот. Как такое возможно, да? Истребитель на центр. Копикус, разведку теряешь. Там удовольствие. Я думал, идет. Дойду, но не дойду уже. Похуй. Блин, ну этот, я могу тебе танками помочь. Мне. Да хуй еще танков. Мне места нет для. Мне места нет для бомбардировщиков. Так тогда сбивай истребители, которые летают на центре. У меня противокорабельный дохрена. Они тоже умеют по воздуху стрелять. Да, да, но мне бы бомбочку бы сбросить. Бомбочку, скажи, я сброшу. Бомбы. Да, вот. Вообще, ведь весь вот этот городок, вот, он бы круто заброшу. Сейчас 117-й решит твою проблему. Стоп, можешь сюда тоже десант вызывать, я сейчас туда танка не буду. Давай еще можно сюда портить. Смотрите, как прикольно. А что там? А посмотри просто. Да? Там миллиард очков. Нет, не миллиард. Нет, 5, миллиард, 5 копеек, я считал. Да. Самое дорогое это BMP-2. Из того, и посмотри, там... да, как оно мешает мне пройти. Ну, сейчас засыплю кассетами, не очкуй.
не то ДБМ, ну, по 2. Дайте поочковать вообще. О, я тунгуску увидел. Они двинулись. Нет, это не тунгуску, подожди. Не обманули. Они я убивают практически... серафа. Да, между прочим, насилуют. А вот здесь и минометы. Нет, Кенджи, что ты наделал? Я туда стрелял. Чё, куда лому? Сделаем ему приятно. Барсук Евгений, мой герой. Вылетел на авиа. Был удалой и нет было. Нет. Чё там? Нихуя там истребитель на нас летит. Ой, да-да-да. У меня буканир не успел долететь даже до сброса. Виляет, летит отсюда, дурак. Зато когда они развернутся, можно будет отбомбиться. Потому что тупо у человека больше нету свободных вкладок, чтобы еще раз пальнуть. А вот где-то здесь, по-моему, нет. Вот здесь ПО, но я точно не видел откуда. Там пехотные эти, скорее всего, ходят. Возможно, да, я сейчас радар туда зашлю, но что-то у меня не... Я не верю. Я видел разведку с иглами. Ну да, вот никого не видит. Включенного точно нет радара. Сушка 25 справа. Истребитель на центре. 52 к тебе. Еее, я въебал, фейбал. Но лишь один из двух. Истребитель над центром. Б5 направо. Что-то как-то по Б5 не попал, нифига. Скопикус, да что с тобой? Да они там воздушный парад какой-то устроили. Я бомблюсь! Получилось? Наверное.
Как канберы долго перезаряжаются. Ну, они бьют. Ничего так, бодрячком. 8500-ок. 4 тонны, еще и линии их кидают. Да. Если 24-й их разбрасывает в стороны хотя бы своей 250-ки, то есть много забирает области. То есть, если пехота в сторону отошла, ты ее все равно зацепишь. Да. Это как 111-й. Лерик, ты что в лесах делаешь своей артиллерии? Катаюсь. Я всю игру там катаюсь. Самолетное право. Потому что у меня скорость по бездорожью 85. Я понимаю, просто выглядит так странно. Налево лечу противокорабельными. У Хуянга или у Тарантула хелсу больше у кого? Вот здесь две муны стоят. Буканеры долетят, этот танк уже взорвется 10 тысяч раз, сука. Кораблики двинулись. Наркоман хренов, блин. Классно, что их много. Они ебут, то есть я ими налетал на корабли, и они ебут. Так, мне где-то погибло. Где это произошло? Этого поздновато, пацаны, решили развернуться. Определенно поздновато. Стоп, у тебя нет кошельки? Там скоп сейчас... А, это Пими сейчас поставит на эхо. И произойдет маленький фокус. Стартнули, да ну? Уже заканчиваю. Ты только пришел? Хорошо. Я уже был, я вернулся, решил еще чуть посидеть. Был, вернулся и пришел снова. Да. Прям как Эминем. А Эминем куда-то уходил? Че говоришь? Он даже не в курсе, уходил ли Эминем. Какой сервак он там? Cock Quest Massive Battle. Чё за херня? Блять, как же больно. Отменить вызов. Ну, скоты. Эти 122-миллиметровые ракеты просто выебали мне зенитки. Они мне вертолеты выебали. Всё. Кончилось. Сейчас сделаю больно в ответ. Ничего не знаю, я бомблю по точке. Если отмени, кого... пожалуйста. Нет. Что значит ПВО? Лети. Они мертвы, пожалуйста, отмени. Хорошо, но только потому, что там ПВО. Из уважения к тебе, так сказать. Не более чем. Мне более и не надо. Спасибо. Right.
Это я как бы, ты меня уважаешь? Я тебя уважаю, вот так я. Я тобой горжусь. Полетим на Удалово. Полетим, чё б не полететь на Удалово. Я вылетел. Нет, ты ещё в игре. На Удалово, в смысле. То есть Удалово это последний раз, он движется альфа-белое. Ну все тогда, надо он брать. Что-то, он что-то чувствует. Жопу нет, он чувствует. Нет, с ним там вот ещё что-то есть. Не, ну в смысле, что всё, на нет, земле у них нет. Ничего нету. Воу-воу-воу. Ничего себе. Чё творят? Чё творят? Какой отказ турбины, херач. Там ебать, смотри, сколько БМП плывет. А чё они сделают-то? Не, слушай, Удалой не последний. Джангшу ещё есть. А где? Ебашу Джангшу. Ну да-да-да-да. Красота нахуй. БМПшки плавающие. Охуительно. Вон каждое это, попадание ракеты Буканир 2 хп снимает. СВшечку накинете на базу их? Да. Ну, кстати, у них тоже, смотри, как несутся корабли. Не по-детски. То есть мне не кажется, да, что после патча корабли что-то как-то начали... Ну, это, может, отдельные баги. У тебя же не постоянно... Да и у него, кстати, не постоянно так они неслись. Как куры. Попутный ветер. Вероятно. Больше ничего мне объяснить. Тут можно, кстати, еще тут одну штуку проверить. Ходят слухи, что спецназ, который 30-ку бегает, на самом деле он бегает 45 километров. Ну, то есть как кони истинные. Вот, ну, в игре. Вот, поэтому можно взять какой-нибудь юнит, который едет 45 километров в час и перегонять. Так, где там этот Джаншу уже? При условии, что у них то, что написано, не совпадает с реальным, то есть у них есть скрытые данные войск. Неудивительно. Да, да, да. Я этот, я же что и говорю. Подеба. Подеба. Ну, скорость чуваков этих 45 написано.